29-летняя жительница Ростовской области в июне приехала в Анапу на заработки. 15 июля в 19 часов вызвала такси в станицу Анапскую к дому на улице Речной. Во время поездки пассажирка изменила маршрут, попросила остановить автомобиль в районе базы отдыха «Кристалл» и попыталась напасть на женщину-водителя. Сидя на заднем сиденье автомобиля, она лямкой от бюстгальтера начала душить водителя. При этом пыталась снять с нее золото и требовала деньги. Водительница оказалась довольно-таки бойкой, не растерялась, смогла вырваться. А злоумышленница выбежала за ней, попыталась сбить ее с ног, но у нее ничего не получилось. Наша потерпевшая убежала к дороге, выбежала на дорогу, увидела проезжающий мимо наряд вневедомственной охраны, который остановился и оказал ей помощь. Потерпевшая рассказала полицейским о нападении. Дежурные бросились в погоню. Злоумышленница, увидев людей в форме, попыталась скрыться. При виде нашего патрульного автомобиля резко изменила направление движения. Попыталась скрыться среди домов. Эта гражданка была задержана. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время по данному факту следователями следственного отдела, МВД России по городу Анапа, возбуждено уголовное дело за разбойное нападение. Злоумышленница задержана.